Это большой бубен или мне показалось? Нет, не показалось. Это точно большой бубен. Все сюда! Все сюда! Вот теперь тишина. Начнем, пожалуй. Почтенные духи гор, уважаемые повелители стихий и ты, рядовая мелкая нечисть. Я бы не отнимал зря вашего драгоценного времени, но у нас неприятности. Вот, не зря я говорил, раз зазвучал большой путь. Мы же на острове, да за полярным кругом, да в ледовитом океане. Какие могут быть неприятности у нас, у духов Баффин-Айленда? У нас, духов Баффин-Айленд, в самом ближайшем времени могут быть большие неприятности. К нам едет экспедиция. Ой, однако. А может, не доедут? Судя по отзывам коллег, духов с другой стороны Земли, эти доедут. Уже месяц, как они в дороге. Без разрешения небес, с надеждами наперевес, грехов оставив лишний вес и сердце напополам. Жить без находок и чудес, желаешь, но уверен, ес, несет перемещение бес к вершинам и островам. Смотрите, смотрите, они уже в дороге, от прежних времен только прежнее имя. Их своенравные новые боги опять не дадут попрощаться с ними. Так, что там нам пишут? Дорогие нанаутоэскимосские братья, мы, духи другой стороны Земли, сообщаем вам все, что удалось узнать. Одинцов, он же Саня, главный зачинщик, игрок, в том числе и со смертью. Исчеркать, говорит, стены мира русскими маршрутами. Ручкин, опять Саня, еще хуже. Этот еще и в одиночку все норовит куда-нибудь влезть. Любит лед, всех бы так любили, как начнет острейшими молотками крошить. Розов, Валера, из тех, кого уроки кара ничему не научил. Заберется куда повыше, руки раскинет и полетел. Клёнов и Дэви, Саша и Миша. Ходят слухи, что сиамские близнецы, но от разных отцов и матерей. Содержать их надо порознь, как сойдутся вместе, горы своротят. Голден Пик 13 лет стоял спокойно, так они... Да. В общем, рецидивисты всем. Кому копить, кому украсть, упасть, удерживая власть, гореть, испытывая страсть, написано на роду. Ну как же все-таки понять, куда шагает эта рать, рискуя шею поломать у цели на поводу. Итак, уважаемые духи гор, повелители стихий, и ты, рядовая мелкая нечисть, отчитаемся о проделанной работе. Я им сани поломал, а еще местных инуитов почти уговорил с полпути назад повернуть. Почти? Ну, почти. Они их потом обратно переуговорили. На принцип взяли. Слабо, говорят, видимо, инуитам по своей земле куда хочешь ходить. Но те и завелись. Гордый народ. А меня они съели. Это еще как? Я в рыбу превратился, хотел поближе подо льдом подойти, подслушать. Съели.
Да. Рыба-то хоть ядовитая была. Эх, нормальная рыба. Обычная наша. И улыбается в пути, как дети, Господи, прости. Как будто праздник впереди и тот счастливый финал, который надо бы найти, добраться, долететь, дойти, который надо обрести всегда им. Принадлежал. Смотрите, смотрите, они уже в дороге. От прежних времен только прежнее имя. Их своенравные новые боги опять не дадут попрощаться с ними. Кто-то еще будет. Вот они, голубчики. Этот Кленов, а этот Дэви. Чего-то празднуют злодеи. Рановато радуетесь. Вы у меня все еще тут от холода посинеете. Прослушайте сводку с места военных действий. 5 мая противник, неся неисчислимые духовные потери и с трудом превозмогая лишения, трусливо разбил базовый лагерь в 12 километрах ходьбы от пика Большого паруса, предполагаемого места атаки. На следующий день они перенесли свои тряпичные домики на берег озера в долине Стюарт, тут же нагло присвоив ему название «Русский берег». 8 мая Кленов и Дэви выступили вперед и установили передовой базовый лагерь прямо под стеной. Но до стены еще 500 метров. По уверениям наших военачальников, это расстояние оккупантам пройти никогда не удастся. Ну что, готов к бою? Вперед! Давай. Прослушайте сводку с места военных действий. 9 мая. Развитие событий идет по заранее намеченному плану. Отступив еще на 500 метров на заранее приготовленные позиции, наша доблестная армия духов, повелителей стихий и простой мелкой нечисти, успешно втянула противника в затяжную позиционную войну и приступает к операции «Эх, Колотун!». Температура воздуха снижена до минус 25 градусов. Ветер умеренный, переходящий в неумеренный. Бомбардировки снегом, пурга. По прогнозам авторитетных источников, наступление противника захлебнется уже со дня на день. Реально? Это Одинцов. Тот самый. Главарь, зачинщик. Как удались, непонятно. А это Ручкин. Тоже тот еще кадр. Ну куда? Куда ты лезешь? Тут негде зацепиться. Негде. Вот не сиделось вам дома на своей стороне земли. Летишь? Нет, пока он еще не летит. Но будем стараться. Ой, чего надо? Ты что? Больно же! А, этот тоже расскакался.
Так и ползут, так и ползут оккупанты. Два дня Кленов и Деви, два дня Одинцов и Ручкин. Чем бы их таким прищучить? Эх, промазал. Братцы, пораскиньте мозгами. 4 дня уже ковыряетесь, а прошли-то совсем чуть. Даже до нижней полки не долезли. А цель где? Не видать? То-то же недостижима она, цель ваша. Сворачивайся, братва, я сейчас опять снег включаю. Когда бы я, наверное, знал, во что мне это станет, и как каукнется потом, и стоит ли идти, где мне соломки подстелить, где ожидает камень, то я б, наверное, не пошел по этому пути. Но цели подобны пугливым птицам, непостоянен их птичий мир. Вот и приходится вечно стремиться вычертить в линию целей пунктир. Когда б я был такой мудрец, что знал бы непременно, какая цель куда спорхнет и где изволит сесть, я бы за ними наблюдал со стороны, наверное, я бы, наверное, потерял к ним всякий интерес. Но цели подобны пугливым птицам, непостоянен их птичий мир. Вот и приходится вечно стремиться вычертить в линию целей пунктир. Да б я был такой мудрец, что знал бы непреложно, какой мне выпадет расклад в очередной игре. Я бы, наверное, не играл везде, где только можно, и не гадал бы, не гадал на собственной судьбе. Но цели подобны пугливым птицам, непостоянен их птичий мир. Вот и приходится вечно стремиться вычертить в линию целей пунктир. Нижняя часть оказалась несколько сложнее, чем мы предполагали раньше, судя по фотографиям. И даже глядя из ABC, кажется, что ее можно пройти там быстренько, там за пару дней. На самом деле оказалось серьезное шестерочное лазание. ИТО, очень глухие, тонкие щели. Использовали весь арсенал снаряжения, что у нас было. То есть и затратили вот 5 или 6 дней, только чтобы дойти до полки. Наверху видел пока издалека то же самое, но гораздо круче, то есть полностью отвес, то и нависающая часть, но вроде бы по словам Сани Денцова есть рельеф. Посмотрим, как пойдет дальше. А вот еще сводочка с места боев. Ну, с Богом! Несмотря на продолжающееся наступление противника, наше положение, положение духов Баффиновой земли, улучшается с каждым днем. 20 мая эти странные люди сбросили вниз оставшиеся веревки. У них это называется уйти в отрыв. Скатертью дорога. Он снимай, товарищ. Сейчас будет напрягаться. Этим они окончательно лишили себя путей к отступлению. Стена практически вертикальная. Холод собачий. Воду им приходится тащить с собой и каждый день растапливать изо льда. Попросите у меня в будущем году прошлогоднего снега. Камнем по ноге Одинцову, хоть и не с первого раза, но попали. А Розов, который летун, тот вообще вчера сказал. Есть внутреннее ощущение, что я переборщил с экстремальностью в этом проекте слегка. И хотя упорство и настырности им не занимать, наша победа уже не за горами.
уже который день. Меня сомнения гложут, вершины не видать, как, впрочем, и подножие, небритый, как свинья, и невесомый весь. Наверное, это я до космоса долез. Я даже про любовь не думаю серьезно. Наверное, она во мне слегка отмерзла. Здесь нету соловьев, поскольку нет ночей, зато полным-полно таких живых камней. Таких живых камней. Когда идешь вторым, любуешься друзьями, их ракурс снизу вверх не передать словами. Когда же первый ты, то смотришь лишь вперед, глазеть по сторонам так просто жуть берет. Эх, брат, хорошо висишь, ползешь, страхуешь, особенно потом, когда подробности забудешь. Горизонтальный мир, поставленный торчком, прекрасней во сто крат лежащего ничком. Уже который день сомнения не гложут, вершины не видать, и не видать подножья почти не надо мне. Ни спать, ни пить, ни есть, наверное, это я гармонии подлее. Послушайте свод. Эй, да что тут слушать? Ползут. Ползут. И с каждым днем все выше. Но зато наше положение. Это само собой разумеется. Улучшается с каждым часом. Как бы оно уже не того. Не улучшилось бы уже бесповоротно. Ты что? Молчу. Лет 10 назад, буквально, я в журнале увидел какую-то статью с фотографиями стен Баффин-Айленда. То есть, и ну, меня буквально, я подумал, блин, ну как было бы здорово попасть в этот район, походить маршруты и ну, сделать что-то свое такое. Потому что ну, стены ну, просто привлекательные, да, вот, мечта каждого альпиниста. И когда ну, вот, я что-то так вот... уже оказался на этой стене, я вспомнил, что да, лет 10 тому назад. Я первый раз увидел, первый раз захотел там, и вот все, я уже здесь. Ну, буквально, может, лет 10 прошло с маленькой такой задержкой. И, ну, я просто, честно говоря, я счастлив. Мгновение назад возникли горы. Мгновение спустя они исчезнут. Всего лишь сотня миллионов лет, и эта каменная громада обрушится вниз песком и пылью, а другая где-нибудь возникнет. Что кажется ей, пока она летит? Что этот миг? Триумф, падение? Высшая точка, вершина счастья? Фантазия, похожая на парус, волна на поверхности моря, стена в мимолетности времени. Мгновение назад возникли горы, мгновение спустя они исчезнут. Всего лишь сотня миллионов лет, стена на поверхности времени. Стена, конечно, совершенно необычная, а такой природный феномен, сравнить ее просто нечем, когда с вершины бросаешь камень, а камень долетает до подножья, ни разу не коснувшись стены, не практически вертикально, а просто вертикально, или даже нависающая. Таких стен в мире
Ну, я не знаю больше таких. Хотя, конечно, зная все приходящие обстоятельства, зная все сложности, которые нам предложат, можно было бы немножко где-то сэкономить по времени. Например, мы тащили воду, а выяснилось, что на одной из полок мы нашли воду. Вот. Но, как известно, знаешь, знал бы, где упадешь, подстелил бы соломки. Вот осталось нам до вершины день работы, я думаю. Тьфу-тьфу-тьфу, по дереву постучать. А если все благополучно пройдет, сегодня 27 число, то тогда я, наверное, скажу, что стена нас приняла и отпустила. И мы ей за это благодарны. Время кончилось, время вышло, все, разговоры смысла не несут. Стиснуть зубы и просто взять ее, ту вершину, которая высший суд. Ту вершину, ради которой жил все иное, откладывал на потом, из себя вытягивал нити, жил в небо лестницу плел. И мотивы, и логику, и как поймут, все пускаю по ветру, все звон. У вершины, которая высший суд, на грани которая Рубикон, на грани которая Рубикон, на грани которая Рубикон. Это большой бубен или мне показалось? Нет, не показалось. Это точно большой бубен. Все сюда! Все сюда! Почтенные духи гор, уважаемые повелители стихий, и ты, рядовая мелкая нечисть. Уже через несколько секунд люди с другой стороны земли будут на прекрасной и недостижимой нашей с вами вершине большого паруса. Все последние сутки я думал, какое по этому поводу издать коммюнике. И придумал. Я поздравляю нас с победой! Есть такая очень древняя инуитская легенда. Однажды за грехи людские боги наслали на мир большую воду, и погибли все люди на земле, и только двое остались, чтобы продолжить род людской. Эти двое взобрались на самую высокую вершину и спаслись от воды. А теперь спросите меня, что делают здесь сегодня эти люди с другой стороны земли? Они поднимаются в горы. Они ищут спасения. Мы спасем вас, люди с другой стороны земли. Добро пожаловать на вершину большого паруса. Как ты думаешь, а если бы мы не догадались их спасать? Они бы все равно залезли? Нет, я думаю, без нас им бы не справиться. Вот и я так думаю. Вот мы и на экзите вершины большого паруса. Сейчас будем прыгать. Раз, два, три.
финал скитанием и чудеса сложные песни, сложные крылья, и надо мною небеса серые, но такие родные. Времени нет для легкой грусти, надо ходить, учиться снова. Старый полет тебя отпустит только когда начнется новый, новый. Время смятения, время сомнений. Кому на месяц, кому на годы? Но что сидишь ты, обхватив колени, как ангел в нелетную погоду? Времени нет для легкой грусти, надо ходить, учиться снова. Старый полет тебя отпустит только когда начнется новый. Полностью не рассказать всего. Наши полеты, как черные дыры, может, мы и не от мира сего, но все же мы родом из этого мира. Времени нет для легкой грусти, надо ходить, учиться снова. Старый полет тебя отпустит только когда начнется новый. И надо по полочкам все разложить, пока в голове еще трезвые мысли. Может, кто и не научится жить, но это ценою собственной жизни. Времени нет для легкой грусти, надо ходить, учиться снова. Старый полет тебя отпустит только когда начнется новый. Старый полет тебя отпустит только когда начнется новый. Старый полет тебя отпустит только когда начнется новый.